Вас гораздо больше неандертальцев, чем вы думаете, по крайней мере, когда речь идет о вашей ДНК. Эти древние гоминиды были более низкорослыми и коренастыми, чем современные люди. Они изготавливали каменные орудия, использовали огонь, носили одежду и имели определенные ритуалы. Согласно официальной теории, они вымерли 40 тысяч лет назад. Но новое исследование утверждает, что неандертальцы, вероятно, никогда не исчезали полностью, а смешивались с современными людьми. Похоже, что каждый современный человек имеет в своей ДНК около 3% генома неандертальцев. Если это так, то неандертальцы более тесно связаны с нашими предками, чем мы думали ранее, и имели долгую историю совместной с ними жизни. Неандертальцы были очень близкими родственниками современных людей, но наши семьи разделились около 500 000 лет назад. Более 10 лет назад ученые обнаружили, что неандертальцы образовывали семьи с первыми людьми, которые покинули Африку. Из-за этого у людей, живущих за пределами Африки, сегодня примерно от 1 до 2% неандертальской ДНК в генах. На сегодняшний день у нас есть только 3 действительно хороших примера полного генетического кода этих древних гоминидов. Первый из них взят из костей найденных в пещере в Хорватии, возраст которых составляет от 50 тысяч до 65 тысяч лет. Еще 2 примера, которым около 80 тысяч и 50 тысяч лет, были найдены в 2 пещерах в Евразии. Ученые все еще не уверены, как именно ДНК современного человека попала в генетический алфавит неандертальцев, потому что у них недостаточно материала для изучения. Но они сравнили существующую ДНК 3 неандертальцев с ДНК 2000 современных людей. Они обнаружили, что ДНК неандертальцев может состоять из до 3,7% генетического кода современных людей. Это означает, что в древней популяции неандертальцев примерно один из 30 родителей был современным человеком. Ученые обнаружили, что ДНК современного человека попала в генетический алфавит неандертальцев как минимум в 2 периода, когда люди и неандертальцы скрещивались между собой. Один раз это произошло около 200 000–250 000 лет назад, а второй раз около 100 000–120 000 лет назад. Возможно, были и другие периоды, когда они смешивались, но мы не можем увидеть их в ДНК, которую мы имеем сейчас. В другом недавнем исследовании, которое еще не было полностью проверено другими учеными, говорится, что большая часть ДНК неандертальцев в современных людях появилась в результате одного большого периода смешения около 47 тысяч лет назад, который продолжался почти 7 тысяч лет. Ученые нашли черепа возрастом около 100 тысяч лет в 2 пещерах на Ближнем Востоке. Эти черепа выглядят так, будто принадлежат ранним современным людям, но имеют некоторые особенности. Например, более крупные брови, которые могут свидетельствовать о наличии у них неандертальской ДНК. Это может быть связано с переносом генов от неандертальцев, и это вписывается во временные рамки смешения. Исследование также изучило генетические различия в 3 геномах неандертальцев и выяснило, что популяция неандертальцев была даже меньше, чем ученые полагали ранее. Это может быть еще одним доказательством того, что неандертальцы не просто вымерли, а стали частью генофонда современного человека. Многие группы современных людей покинули Африку и смешались с неандертальцами настолько, что неандертальцы не смогли остаться отдельными. В будущем ученые хотят изучить, как ДНК современных людей повлияла на неандертальцев. Это поможет нам понять, хорошо или плохо повлияло это смешение на неандертальцев. Неандертальцы – не единственные наши родственники из прошлого. Когда-то на нашей планете существовало как минимум 9 видов людей. Один из них – Homo habilis, получил прозвище «Человек умелый», потому что рядом с его останками были найдены каменные орудия. Он жил в Восточной и Южной Африке. Этот ранний человек имел немного больше мозг, чем его более древние родственники, и обезьяноподобное лицо. Homo habilis был ростом около 1,20 м и ел разнообразную пищу. Долгое время ученые считали, что Homo habilis был самым древним членом нашей человеческой семьи. Однако новые методы датировки показали, что Homo erectus, другой древний человек, может быть старше и не связан с Homo habilis. Homo naledi, более загадочный представитель рода человеческого, обнаруженный в пещере Южной Африки в 2013 году. Это единственный регион в мире, где были найдены их останки. Они ходили на высоте 60 сантиметров, но также умели лазать по деревьям. Они были маленькими, ростом около 1,5 м, весили около 40 килограммов и имели небольшой мозг. Мы мало что знаем о том, как они жили, поскольку не нашли каменных орудий или других свидетельств культуры, но некоторые ученые полагают,
предполагает, что они могли хоронить своих умерших и создавать наскальные рисунки. В 2010 году ученые обнаружили в пещере в Сибири несколько окаменелостей, но не были уверены, к какому виду они принадлежат. Эти окаменелости принадлежат группе, называемой денисовцами, которые жили от 194 тысяч до 51 тысячи лет назад. Мы знаем о них не так много, потому что у нас есть только несколько окаменелостей, но анализ ДНК показал, что денисовцы были тесно связаны с неандертальцами и современными людьми. У них даже были семьи с ранними людьми, особенно в Юго-Восточной Азии. Окаменелостей недостаточно, чтобы дать денисовцам собственное видовое название, но их гены встречаются у современных людей, что означает, что они могут быть частью нашего собственного вида. По мере того, как ученые будут изучать денисовцев и окаменелости в Юго-Восточной Азии, мы сможем лучше понять, как различные виды вписываются в семейное древо Homo. В 2003 году в пещере на острове Флорес в Индонезии были найдены окаменелости очень маленького человекоподобного вида. Эти крошечные люди жили между 100 тысячами и 50 тысячами лет назад. Их рост составлял всего около метра. Ученые полагают, что они могли произойти от другого вида Homo erectus, и со временем стали меньше, поскольку жили на острове с ограниченным количеством пищи. Из-за маленького роста их часто называют хоббитами. Около 40 тысяч лет назад Homo sapiens, да, это мы, стали последними людьми из множества видов человекоподобных существ, которые ходили на двух ногах. Возникает логичный вопрос, что случилось с остальными и причастны ли мы к их исчезновению? Некоторые ученые считают, что мы выжили, потому что наши потомки жили дольше или потому что мы лучше справлялись с изменениями погоды. Другие считают, что мы могли конкурировать с другими человеческими видами, а может быть, смешивались с ними и делились генами. Около 300 тысяч лет назад первые Homo sapiens обитали в Африке. Они не выглядели точно так же, как мы, но были ближе к нам, чем другие ранние люди. У них были высокие, круглые черепа с почти прямыми лбами. В отличие от неандертальцев, у них не было толстых надбровных дуг или выступающих челюстей, как у Homo naledi. У них также были подбородки, которых не было ни у одних других ранних людей, хотя мы до сих пор не знаем почему. Homo sapiens жили большими группами и имели большее генетическое разнообразие по сравнению с другими ранними людьми. Это помогало нам во многих отношениях, не только в сохранении здоровья. Наличие больших социальных сетей в разных местах было для нас чем-то вроде страховочной сетки. Если у нас заканчивалась еда или вода, мы могли обратиться к другим группам, с которыми были связаны. И они помогли бы нам, потому что мы не были чужаками, мы были семьей. Эти большие сети также помогали ранним людям обмениваться новыми идеями и изобретениями. Большая симуляция показала, что более поздние виды людей могли жить в самых разных условиях благодаря этим широким сетям и способности адаптироваться. Мы знаем, что неандертальцы были действительно умными, но Homo sapiens, возможно, были чуть-чуть умнее. Небольшие изобретения, такие как ткачество и швейные иглы, могли дать Homo sapiens преимущество. Ученые нашли доказательства ткачества возрастом 35 тысяч лет и швейные иглы возрастом 30 тысяч лет. Ткачество позволяет изготавливать такие вещи, как корзины и сети для ловли пищи. Швейные иглы помогают делать более качественную одежду и палатки, в которых вам и вашим малышам будет тепло и безопасно, что очень важно для выживания.